Привет, друзья! Россия может начать использовать новую скорострельную САУ 2С40 «Флокс». 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс» установлено на шасси «Урал-4320ВВ» и впервые было показано в 2016 году. В САУ установлено орудие, разработанное на базе 2А80 от САУ-2С31 «Вена». Это орудие совмещает в себе основные качества пушек, гаубиц и минометов, что позволяет применять различные боеприпасы, в том числе иностранного производства. Орудие оснащено современной противооткатной системой. Такое решение вместе с современной электроникой позволяет сократить время готовности к стрельбе до 20 секунд. САУ массой 20 тонн бронирована и защищает экипаж от пуль и взрыва до 5 кг тротила. САУ «Флокс» оснащена современным цифровым орудийно-вычислительным комплексом, который способен выполнять множество задач в автоматическом режиме. Информация в реальном времени поступает на мониторы экипажа в кабине, что позволяет оперативно реагировать на обстановку. САУ может обмениваться данными с другими машинами и хранить в памяти до 30 целей, одновременно работая по ним поочередно. Орудие 2С40 является в своем калибре самым скорострельным в мире. Скорострельность САУ «Флокс» доходит до 10 выстрелов в минуту. В автоматизированной боеукладке САУ расположено 28 снарядов и 52 находятся в обычных укладках. САУ оборудована системой обнаружения лазерного облучения и постановки дымовых завес. Установка оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом «Корт». Дальность стрельбы САУ до 13 км. Экипаж машины 4 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.